Всем привет, вы на канале настоящих ценителей таланта Хвичи. Блять, только закончился матч между Миланом и Наполи, и Хвичи показал себя просто идеально. Я считаю, что Хвичи просто идеально себя показал в этом матче. Он в очередной раз доказал свою ценность для своей команды. Гол, который он забил, был просто великолепен, и он был очень активен на поле, помогая команде. Думаю, такие выступления определенно повысят его шансы стать победителем в гонке на золотой мяч в следующем сезоне в сравнении с Нациком Вини. Да, Нацик Вини и его убогие поклонники просто ничего не могут поделать, когда Хвича на сцене. Подписывайтесь, блядь, давайте все вместе будем следить за выступлениями нашего любимого Хвичи, да, блядь? Всем пока!